Всем привет! Сегодня расскажу вам о таком проекте, как Репаблия. Передовые экосистемы и технологии. Приватный раунд продаж начнется через 14 дней. На сайте также представлена белая книга. Она состоит из 82 страниц, имеется содержание. Здесь подробно на русском языке рассказывается о проекте, его идеях и целях, как работает данная платформа. О компании. Инновационный блокчейн. Ончейн обновление позволяет автоматически обновить протокол, не прибегая к хардфорку. Имплементирование технологии SideChains позволило обеспечить колоссальную масштабируемость сети. Наша экосистема – уникальное решение по координации изменений в условиях экосистемы посредством прямого голосования пользователей на основе блокчейна Репаблия, основанной на методологии V – безопасные смарт-контракты. Написание системы смарт-контрактов на функциональных языках программирования обеспечило безопасность в ходе эксплуатирования данной технологии за счет формальной верификации кода. CloudX – обеспечивает защищенность информации и средств, а также является приложением для хранения личных данных на выделенном облаке, что реализуется за счет интеграции с блокчейном Репаблия и выделения отдельного сайдчейн. Сглаживание волатильности. Механизм Репаблия Банк позволяет вводить криптовалюту RPB как платежное средство, что позволяет пользователям использовать все преимущества решений на основе блокчейна в реальной жизни. Технология. Замораживается и отделяется от всей сети. Данный шаг позволит ежедневно остальным пользователям чувствовать комфорт от использования протокола Репаблия. Платформа смарт-контрактов. Доступность. Каждый участник без знаний и опыта в области создания смарт-контрактов и программирования может генерировать цифровые соглашения для всех видов транзакций. Профессиональное использование. Репаблия Smart Contract Platform предоставляет возможность продвинутым разработчикам создавать индивидуальные смарт-контракты. Комфортное использование. Репаблия предоставляет возможность создавать пользовательские контракты в зависимости от потребностей самих участников. При этом все проекты доступны пользователям в любое время для них. Безопасность. Описание системы смарт-контрактов на функциональных языках программирования обеспечило безопасность в ходе эксплуатации данной технологии за счет формальной верификации кода. Смарт-контракты действуют по принципу временной метки, не используя ГЭС, что гарантирует точное исполнение сделки и избежание ситуации перехода смарт-контракта в бесконечный цикл. Экосистема. Репаблия является широкомасштабной децентрализованной экосистемой, оперирующей механизмами, созданными на основе блокчейн-технологий, работа которых основывается на элементах привычных нам государств, перемещенных в цифровое пространство. Репаблия гарантирует безопасность данных и комфортное использование всех элементов экосистемы, благодаря множеству действующих инструментов, выстроенных по четко организованных структуре, функционирующей по комплексу внутренних правил. Дорожная карта представлена с начала проекта в четвертом квартале 2015 года с дизайна концепта. На сегодняшний день предпродажи токенов и дальнейшие планы проекта. Также представлена документация. С белой книгой вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Команда нам представлена ссылками на LinkedIn и другие социальные сети. Также можно с ними связаться, оставив свои контактные данные. Их сообщество есть во многих социальных сетях. Посмотрим их аккаунт в Facebook. Здесь у них более 20 подписчиков. Актуальные публикации. Они часто обновляют свою новостную ленту. Также посмотрим их профиль в Твиттере. Здесь более 800 читателей. Также актуальные публикации. Видно, что они следят за своими социальными сетями. В целом, этот проект я считаю перспективный и интересный. Советую вам обратить на него внимание. Все ссылки оставлю в описании. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.